Для дзяцей з сацыяльных устаноў Гомеля было сабрана больш за 2700 падарункаў. Хакейны клуб Гомель традиционно уже давно поздравляет детишек с Новым годом, вот, и дарит им игрушки. Гульцы команды завітали у областный центр коррекционно-развивающего навучання и реабилитации. Подобные визиты у социальной установы города у период новогодних святов – добрая традиция. Хоккеистам важно подарить радости детям, которые находятся в непростой життевой ситуации. Подчас встречи яны не только рассказали про тонкости гульни, але и запросили маленьких гамельчан у гости на свои матчи. В этой акции год от года становится все больше и больше участников, что нас очень радует, потому что люди отзывчивые, люди откликаются на этот позыв делать добро, помогать тем, кто сегодня попал в трудную жизненную ситуацию. Собранные подчас акции цацки, хоккеисты и волонтеры передали у 3 социальные установы Гомеля.